Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа. Сегодня у меня на канале фестиваль Играм Быть, который проходит в Steam и в скором времени закончится. Но я все еще успеваю записать несколько видосов и выкладываю вам сразу же с пылу с жару. Игра называется Dust and Neon. Это динамичный шутер, действие которого происходит в футуристическом диком западе. Ну тут еще, конечно же, есть нотка рогалика. Конечно же, куда же без него. Сейчас же так популярны эти гребаные рогалики, которые я так не очень люблю. Но тем не менее, игр выходит немного. Но вообще, на самом деле, рогалик — это довольно любопытная тема. Здесь же тоже придется играть за таинственного стрелка, отправляющегося в эпическое приключение, наполненное точной стрельбой против грозных роботов, армии гроботов, ну, пускай будет так, и невероятными битвами с боссами. Конечно же, будет представлен арсенал различных улучшений, разблокируемых способностей, тысячи видов оружия и, естественно, улучшалки, которые всячески будут помогать главному герою и вам, собственно, преодолевать все дальше и дальше различные уровни и боссы и так далее. Что ж, давайте долго затягивать не будем и просто посмотрим, что игра из себя представляет. Погнали! Ах да, кстати. Игра, кстати, выходит 16 февраля 2023 года. Разработчиком является David Marquardt Studio и издателем Rogue Games Incorporated. Интерфейс довольно прост. Снизу у нас хпшечки, справа оружие. Так, у нас есть два вида оружия. Оружие полное, окей. Управление Е — управлять. Васт, значит, Е — это использовать. О, нихера себе. Это, конечно, прикольно. Прицелиться даже можно. Это обучалка, я понял. Приятные звуки, хорошая музыка. Футуристический такой дикий запад. Ай, ай. Нифига себе, тут, короче, не автоматическая перезарядка, а я должен еще каждую пулю туда засунуть, прикиньте. Бучалку мы вроде как прошли. Так, здесь можно выбрать что-то одно из двух, да, подхилиться. Оружие. Или можно, наверное, выбрать и то, и другое. Хорошо, это приятно. О, это жесть, это жесть, это так неудобно. Я не могу попасть в моба. Каждый раз писать букву R нажимать так неудобно, ребята. Это просто жесть. Короче, суть в чем? Я же управляю, получается, на вас, и при этом мне нужно как-то бегать и направо, D нажимать, и R. То есть здесь нет такого, что ты нажал кнопочку R, и все перезарядилось. Прекрасно. Нет, нихера. Ты должен на каждый патрон нажать R. Прикиньте, какая хрень. Ну, а тут оружие, конечно, полно. А боезапаса тоже полно. Ну, я думаю, что это... Кто-то дельту взял. Давайте попробуем с дробашом походить. Ну тоже. Два выстрела и перезарядка. РРР надо нажимать. Ну просто жесть какая-то. О, не знаю, не знаю. Если только менять, знаете, перезарядку на другую кнопку. То есть... Ну, допустим, на пробел поставить, а с пробела на shift убрать. Потому что тогда мизинчик и большой пальчик, они будут тоже использоваться. Хрен его знает. Напишите в комментариях, как вы считаете, что было бы удобнее, как было бы логичнее. Дамаг чуть ниже. Крит больше.
Точность ниже. Его можно сразу продать, да? О, это берем. А, я-то что-то тупанул. Это трехстволка. А эту можно продать? Отлично. То, что у меня говно какое-то остается, можно, в принципе, продать. Трехстволка, ну нормально. Угу. Хилочка. Ага, то есть тут еще желательно ко всем столам подходить, чтобы бабки обшарить. Понял тебя, понял. Так, эти уже посерьезнее, ребята. Не вижу, где? Куда он? Куда он? Опа, попался. Сука, попал. В меня попал. Меня попали! Хорошо, хилочки тоже вываливаются, но я думаю, что это не сильно поможет. Блин, это ведро докопался до меня. Какой-то хрен жирный был, если честно. В прямом смысле слова. Чё это? Зеленый сундук? Не, то, что у меня экипировано гораздо лучше. Надо синих сундуков вытаскивать. Прикольно. Дикий Запад, роботы и при этом... как это... Компьютеры же, роботы, компьютеры и Дикий Запад. Вот как-то вообще не стыковка, резонанс вызывает в голове чуть-чуть. Здесь вообще по-хорошему, знаете что, как-то надо это, на прицеле заходить. Потому что от бедра выстрел идет очень-очень не очень точный. Видео будет короткое, ребят, не сильно-то там рассчитывайте. Где этот мудозвон? Тварь. Да, укрытия здесь рулят. Без укрытий ты труп. Да, не стоит забывать то, что они здесь в дома могут заходить. Критический урон высокий. Да не, херня какая-то. И револьвер. Жалко, обзор небольшой. Это уже поинтересней. Дамаг низкий, кредит высокий. Это херня. Понял. У меня экипировано. Ёлки-палки, ты нахрен откуда ты взялся? Сейчас вырубит меня. Ой-ой-ой, это вообще жопа. У меня хп нету. Это баг? Заходи, ублюдок. Ублюдок, мать твою. Давай, делай три выстрела. Раз, два, три. И я захожу. Это проблема была. Он вошел, а там нету, короче, никак не укрыться. Нету укрытия совсем было. Ага, выход. Отлично.
Наверное, выход. Открой ворота, говорит. А что же вы мне всякое говно подсовываете-то? Ну это же откровенное говно. Я уже испугался, думаю, блин. Так, ну хилка по-любому. Аму фул. Интересно, меня засейвливает вообще? Тоники какие-то, напитки, видимо. Воу! Сука. Эти штучки, которые я собирал, 10 штук нужно для того, чтобы открыть этот сундук. Теперь понятно, для чего эта внутренняя валюта нужна. А сколько у меня их? У меня их 500 штук. Чуть-чуть прикалывайтесь, почему я не могу открыть? Это я тебя здесь видел, твар. Видите, да? Возможно, просто пока что эта функция закрыта. Ну, это только предположение. Может быть, баг. Не знаю пока. Я время забываю, что у меня еще есть такая штука, как прыжок. Зачем буржуйки? Зачем роботам греться? Довольно большая локация. О, сундучок. Ну это говно. Я уже вижу по параметрам, что там дамага никакого нет. Я просто, понимаете, в чем прикол? Я сейчас 10 ранга, и мне, скорее всего, дали оружие 10 ранга. Не 10, там даже 12 или 13 написано было. Поэтому мне кажется, что это все слабенько. А, мозги-то у них есть, они обходят. Это мне нравится, то, что они обходят, это вообще клево. Но попасть действительно тяжело. Если огромный замес какой-то, то, блин. Да, здесь не получится так, что ты... О. Это двухстволка, но при этом она по параметрам лучше. Кроме того, что один патрон у нее хуже. Вообще-то это хата шерифа была. Полицейский участок, если быть точным. Говно.
Здесь тоже, наверное, за валюту можно купить. Не открывается почему-то. Видите, написано Е открытие, Е нажимаю, валюты у меня достаточно этой. Но, к сожалению, не открывается. Возможно, это связано с тем, что игра находится в демо-версии. Тоже говно. Все, выход на базу. Статистика по заходу слева сверху. Босс. Можно на босса зайти. Сейчас зайдем обязательно. Че, проапгрейдиться можно? Можно пушку улучшить. Больше денег выпадает. Меняет вашу пушку на легендарную. А, здесь это дорого стоит, кстати. Обратите внимание. Ну окей, возьмем это. Потом у нас куча бабла повыпадала. Наверное, здесь его можно как раз таки и потратить, да? Снайперская винтовка. Да я хочу уже ее. Ага, все, прекрасно. Правда, 3 выстрела всего лишь. Ее я, кстати, бесплатно получил. Различные улучшения персонажа самого. Максимум револьверных патронов на 16%, о, на 16 единиц больше. 15% крит для первого выстрела. 8% точности. Aim Walk Speed. Быстрее прицеливание, наверное. О, вот это возьмем. Открылась третья ветка. Я думаю, что изначально была только вот это была бы открыта, потом вот это и так далее и тому подобное. Вот это мне нравится. А сколько у меня всего? А, поинтов 0. Потрачен ранг 10. Все. 4 патрона. И один в стволе. Давайте к боссу зайдем. Посмотрим, что там. Можно? Нельзя, к сожалению, пока что. Ну, раз уж нельзя к боссу зайти. Но я думаю, что все, что касаемо геймплея, механики, графики, звука, музыки, я уже, в принципе, показал. Дабы этот ролик не был бы слишком длинным, я думаю, на этом можно закончить данное, так скажем, выступление. Если вам понравилось, напишите в комментариях об этом. Если не понравилось, тоже напишите, в чем не понравилось в комментариях. Только конструктив принимается. Ну и, естественно, не забывайте ставить нравлики и, конечно же, подписываться на канал. Кстати, заходите на стримы, которые проходят 3 раза в неделю. Графику можете посмотреть во вкладочке о канале. Берегите себя, всем удачи, пока-пока.